Здравствуйте, снова с вами Вячеслав, инструктор и основатель школы SE RXR. Продолжение пайков самодельных, которые я изготовил самостоятельно. В первой части мы готовили жаркое. Сейчас у нас косуле, вот, которое у меня вызывало особый, как говорится, стрём такой. Почему? Потому что там заводские изготовленные сосиски внутри. И как бы что должно было испортиться, то это они. Сейчас мы с вами его подогреваем, для того, чтобы было теплое и вкусное. Ну и будем пробовать. В принципе, это уже вода подкипает. Я думаю, что можно доставать, она уже... Ну, уже горячая достаточно, да. Напоминаю, то есть пайки вот эти мы делали в рамках проекта для армии. Вот, разработали, собственно, технологию. Вот, но по некоторым нюансам она не пошла. Вот тут дата вжиты до 20.09.18 год. Таким образом, то есть год срока у него прошел. Таким образом, он просрочен уже, ну то есть ему уже 2 года. За это время пачка носилась, куда только в рюкзак она не паковалась, как она только не мялась. Пачка целая, видите, без повреждений, без каких-то деформаций наружных. Она не вздулась. Ну и, собственно, момент дегустации. Пачка вот у нас имеет прорези для удобного открывания. Вот мы ее разрываем. Смотрим. Пахнет замечательно. Видите, там венские сосиски. Бобы, венские сосиски, куча овощей. То есть тут он у нас по составу. Капуста белокочанно тушена, цибуля рибчиста, морква. Квасоля, червона, чеснок, сосиски варены, выщевывая тунку у натуральной болонцы, олея солнечников, рафинованная томатная паста, цукор, соль, перец черный, мелоны, специи. Ни одной здесь добавки Е и так далее нет. То есть все консервируется исключительно солью и перцем, то есть натуральные консерванты. Как бы запах, а ну подтянись, понюхай. Запах отличный, по-моему. Да. Оцени запах. Да, кайфовый. Два года это штуки, как да? Бы, даже я сказал бы, что... Где-то я тут делал ложку. Вот реально, ну только что не такой сильный, как сейчас приготовленный. Ну не только что приготовленный, ну, уже 2 года. Просрочен 2 года. Просрочен, ну давай пробовать. Да. Давайте пробовать. Овощи. Замечательно. Сейчас сосиски отрежу. О, сосиска. Сейчас надо сосиску именно, потому что сосиска должна... Сразу замечательно. Показать. Сосиску вот я показываю прямо сейчас. Смотрите, она то есть не почернела, не потемнела. Вкус отличный. Никакой там кислоты, горечи, ничего нет. Подождите, это еще колбаса уже не было. Нет, не было, да? Нет, да, тут давай. Сосиска, да, держи. Не сильно горячая? Не, она не горячая. Теплая. Я слышу, косуле, да? Косуле. Да. Ну как бы никакой резкости, мягкий, приятный вкус. А сосиски? Ну сосиски кусок отрежь, чтобы всем хватило. Там 4 штуки должно быть. Бобы отличные вообще. Сейчас мы его поломаем. Бобы вообще отличные. Мы просто с перехода, поэтому немножко есть хотим. Да. Собственно, руками сделанный, как бы, ну хороший. Легко заходит, заходит. В общем, все получилось. Дай попробовать. Джентльмены, идите дегустируйте. Джентльмены. Ну на этом все, собственно. Вот так вот надо делать. Вот так вот надо организовать питание. В плане. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам.